Кіно Київ. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ. Уікенд. На Київ FM. Всіх вітаю з студії Київ FM. Звати мене Микола Полосін. Це проект Кіно Київ, в якому ми говоримо щотижня з кінопрофі про кіно, про створення кіно, про те, як воно знімається і що воно дарує нам, людям. А в нас є YouTube-версія на нашому каналі Київ FM, і в нас є радіоверсія на Київ FM радіостанції в рамках проекту Кіно Київ. Сьогодні будемо говорити із відважними хлопцями, з якими я познайомився трохи раніше. Це команда каскадерів «Стунталот». Павло Авілов, її засновник, ну і також Роман Коржук, член команди каскадерів. Каскадер – постановник трюків і екшн-сцен, якщо повно казати. Привіт, хлопці. Привіт всім. Привіт. Так, ну сьогодні багато питань, як завжди, в нас є до таких людей, я вважаю, цікавої досить професії, але часу не так багато, тому будемо одразу починати. Хотілося б, Паш, у тебе спитати щодо того, твоя історія велика. Ми з тобою про це говорили початку. А можеш трохи нашим слухачам і YouTube-глядачам привідкрити початок каскадерських історій, от власне у масштабі світу, да, і твоєї історії як каскадера, з чого ти починав, що увійшло у команду «Стунталот» на сегодня? Да, здравствуйте еще раз. Я, рассказывая про путь каскадеров, это в основном тех людей, которые в юношестве были в спорте, были увлечены в спорте, в акробатике, в боевых искусствах, и у них с возрастом появляется азарт, появляется интерес к кино, и они используют свои навыки в кино, вот, и появляясь на площадках в качестве каскадеров. Так. Дублируют актеров, выполняют сложные, опасные вещи и участвуют в разных сложностях трюков. Вот. В моей истории я очень хотел стать каскадером, приехал в Киев, искал каскадеров, которые здесь, в Киеве, так, работают. Я нашел президента Ассоциации каскадеров на то время, Грошевого, и, в общем-то, с него начался мой путь. Он длинный, сложный, с разными видами испытаний, но сейчас у нас своя команда каскадеров, мы движемся вперед, движемся в направлении создания фильмов, и вот такая у меня історія. Паш, а скажи, будь ласка, от на твою думку, ти в цьому більше, необхідність у каскадерах виникла тоді, коли, типу, головних акторів фільму не можна було кривдити, да? Я так розумію. От для цього перші кроки, коли виникала професія каскадера? Ну, наверное, правильно говорить, что первая функция каскадера – это заменить актера в сложной ситуации, где ему можно навредить или опасно для жизни. Но, в принципе, профиль каскадера, он очень широкий, и для каскадеров полно занятости, ну, в фильмах, особенно исторических, экшн-фильмах, которые сейчас, ну, имеют большую популярность в мире. Вот. И що ви ще? Окей, йдемо далі. Це, ти казав, якщо не помиляюсь, 10 років твоя історія каскадера вже триває. Ну, 20 років. А коли була заснована команда «Стунталот»? 2012 год мы обозначаем. Вот, ага, таким, то 8 лет мы... 8 років, да. Вже 9 рік іде. Да. Ром, давай приєднуйся до нас. Ти також член команди «Стунталот», каскадер, постановник трюків. В мене люди питали, щоб я у вас питав. Скажи, каскадер і постановник трюків – це різні спеціальності, це не одне і те ж. І я розумію, але для людей, які побачать і почують, теж має розуміння. Кто такие каскадеры, кто такие постановники трюков и экшн-сцен? Ну, скажем так, каскадеры — это больше исполнители, это актеры, а постановщик — это мы можем приравнять к режиссеру. Это тот, кто отвечает вообще за экшн-сцену, ее придумывает, разрабатывает и отвечает в первую очередь за безопасность как и исполнителей, так и актеров и в общем на площадке. Тобто, в принципі, є ті моменти, коли кажуть Ром або Паш, створіть там сцену, це як режисер-постановник, да? Типу, але ви в них не задіюєтесь. Але, а є ті сцени, які кажуть, нам потрібно зіграти у цю сцену і ви берете на себе роль ту чи іншу. Абсолютно вірно, да. Ром, коли ти приєднався до команди STUNTALOT? І чому, власне? Ну, це десь був, мабуть, 2014 год, я не помню, это был проект «Незламна» или другое название «Битва за Севастополь». Так. На то время как раз я оканчивал Академию искусств, и у меня был на перипетии или пойти более в театральную деятельность, или пойти в кино. Но в перспективе я не видел в кино, не было у меня просто на тот момент рядом людей, которые бы смогли поддержать. И вот как раз на этом проекте я встретил Пашу, который... пригласил к себе в зал, вот, очень настойчиво пригласил, в итоге я пришел и с того момента начал работать над собой. Хотя, в принципе, до встречи с Пашей я в кино работал, считал себя каскадером, но когда увидел действительно нужные навыки, каким должен быть каскадер в примере Паши, вот, тогда я начал работать над собой, и эта работа была такая трудоемкая и длительная. Паш, ну ти кажеш, що да, там ти почав потрохи створювати, а точніше не так, ти приїхав у Київ і почав шукати однодумців. Дійшов того часу, що ти зрозумів, що ти можеш створити команду, до якої приєднаються ці однодумці, і власне вже 9-й рік STUNTALOT дивує та вражає своїми трюками, своїми сценами. Але з чого ти починав? Де брав тих людей? Сказав, ходив по Києву, наприклад, мені потрібні люди, да, бажаючи там побитися і так далі. Я жартую, звичайно. Як ти вирішив і чому вирішив саме створити власну команду, а не бути як соло, да, солістом у каскадерській справі? Ну, наверное, в жизни любого каскадера наступает тот момент, когда он приходит к размышлениям, становиться постановщиком трюков или продолжать быть каскадером. Это личный выбор каждого, потому что зона ответственности сильно расширяется, и приходится брать ответственность на очень опасные или там за большое количество людей. Так. Вот. К этому надо стать готовым, как бы повзрослеть и принять эти все зоны ответственности. В моем случае я очень... долго к этому шел. Я там, ну, можно сказать, вот 12 лет. Так. Я на 10-м году там мялся, решался. Вот мне пора стать постановщиком трюком, не пора, пора, не пора. Но так случилось само собой. Вот людей я собираю, но вот, знаете, я опираюсь как-то так на судьбу. Мне все нужные люди, как-то наши пути скрещиваются. Мы находим друг друга сами. Конечно же, важно, чтобы человек ассоциировал себя со спортом и постоянно в нем был вовлечен и развивался. Поэтому я ищу людей, которые очень-очень увлечены именно этой жизнью, потому что это отдельная жизнь. Каскадер — это отдельная жизнь, это свои сложности, свои испытания. И принимаю в свой коллектив именно людей, которые очень увлечены именно этой жизнью и с собой, со своим совершенствованием и тому подобное. Клас, вот. Клас. Друзі, хто тільки до нас приєднався, нагадаю, що сьогодні в нас каскадери команди STUNTALOT, Павло Авілов та Роман Коржук в нас знаходяться. Привіт ще раз вам і привіт вам, хто дивиться нас на YouTube-каналі Київ FM. Говоримо про каскадерів у кіно, дещо ви вже почули, побачили, так? Ну і можете для себе щось зрозуміти, як відбуваються ті масштабні баталії або невеличкі бійки у кіно, як вони ставляться. Мені пощастило побувати на одному з тренувань з телеканалом Київ і познайомитись особисто з Пашою, з його командою, це дійсно класно, але я розумію, що на це все потрібен час. Зараз, хлопці, у вас хотів би спитати щодо підготовки. Мені здається, це, якщо не найважливіша штука, то одна з найважливіших – фізична і моральна підготовка каскадера, бо там все палає, там коні біжуть, коп'я, стріли і так далі. Чи може слабка людина до цього прийти, чи потрібно дійсно закалятися, так? Ром, давай ти із свого досвіду скажеш. Да, ну, слабый нет. Здесь в первую очередь человек должен быть сильным духом изначально, должен быть стержень. На самом деле, ну, спорт это необходимо, но ничего страшного, если нету достижений в спорте. Допустим, у меня каких-то там званий в спорте нету. И усердно начала тренироваться, допустим, с 19 лет полностью, начала работать над собой. Но это, конечно, утяжелило весь сам процесс, но все же. И, скажем, это путь познания себя. Насколько ты хочешь познать себя, настолько ты открываешь свои способности. Есть, ну, основные там 3 главных вещи. Это спать, есть и тренироваться. Вот. И самое основное — это тренировки. Мы оттачиваем регулярно, каждый день. Любое свое время свободное мы отдаем тренировкам. Мы закаливаем, ну, как бы, ту сталь, из которой состоим. Ну, це, по суті, фізика і психологія, моральна витримка, це вони між собою пов'язані, так? Але це все єдине, одно без другого бути не може. Недостатньо просто бути тільки фізично розвитим. Допустим, недостатньо бути хорошим спортсменом. Так. Далеко не кожен спортсмен розуміє специфіку роботи в цій професії. Это, скажем, даже противоположно. В спорте одни задачи, а здесь противоположные. Оно должно выглядеть очень опасно, экстремально, правдоподобно и в то же время безопасно. Это мы соединяем противоречивые вещи между собой. На вашому рахунку, такі картини, як сцени, так, у картинах «300 спартанців», «Захар Беркут», «Сторожова застава», що ще нагадаєте із вашого? Кіборги. Кіборги, це теж, так? Волотюги. Шляхетні волотюги. Шляхетні волотюги, да, Березання. Let's Dance теж, Олександра Березання. Паш, скажи, будь ласка, от ти як засновник команди STUNTALOT, чи є якісь окремі, скажімо так, ну, як це назвати, психологічні тренінги від тебе для своєї команди, для моральної стійкості, чи це, знову ж таки, тренування? Ну, це от хороша тема, психологічна підготовка або моральна. Я себе это вижу, конечно же, моральная подготовка или психологическая подготовка это каскадера, она формируется постановщиком трюков во время работы в основном, потому что постановщик трюков может видеть и он обязан видеть, на какое действие, на какой трюк можно допустить каскадера, обсудить какие-то нюансы этого трюка, подготовить морально даже к человеку. Это входит в обязанность постановщика трюков. А конкретно для каскадера это вопрос времени, это вопрос опыта, мы все знаем, легко в учении, точнее тяжело в учении, легко в бою, и со временем вот этот опыт, он формирует моральную и психологическую состояние каскадера. Вот. Пройдя один раз трюк, один за другим, это как любое выступление артиста, это ты набираешься сил, уверенности, и в этом состоит вся вот эта моральная, психологическая подготовка. Я считаю, что это опыт. Опыт решает психологическую подготовку. Вот. Конечно же, спортивное прошлое, опять же, оно оставляет отпечаток необходимый. Дисциплина, там, вот это моральные качества, они хороший отпечаток оставляют на всей жизни у человека. Потом, для каскадера это только бонус, только плюс. Но в целом формируется все в работе, потому что нигде невозможно смоделировать один в один такую ситуацию, которая происходит на съемочной площадке. Она часто стрессовая, она часто требует быстрых решений, она часто требует уверенности в себе и уверенности человека, который тебе поручает это сделать. Ну, ви обидва кажете про те, що у вас кожного дня тренування. Кожного? В любое свободное время. Да. Просто у каждого график индивидуальный, ага. и занятость тоже разная, поэтому каждый сам выбирает себе возможность тренироваться. Тут я... это неотъемлемая часть. Да, да, я і до цього і питаю, чи вистачає у вас часу на особисте життя, умовно, да, на друзів, там, на коханих, на рідних, чи ви просто зарубаєтесь там умовно 7 днів на тиждень або 6 днів на тиждень і не вилазите зі спортзалу? Чи є якісь гнучки? Знову ж таки, це залежить від команди, це залежить від засновника, да, яку він програму дає. Як у вас з цим балансується? Балансуєте між тренуваннями і відпочинком, да? Чи вдається це взагалі робити? Чи більше фокус саме на сьогоднішній день у вашій професії? Ром, що скажете? Ну, на даному етапі, я думаю, лучший отдых – це тренировка. Вот. Серйозно? Ну, да, да, потому что, ну... Рома, що ти з ним? Ой, Паша, що ти з ними робиш? Ми не роботи, ми люди. Ближче до мікрофончику, Ром, ближче до мікрофончику. Ми не роботи, ми люди. Не, ну просто уже мы вошли в тот режим, где тренировка, она приносит, она необходима, это как лекарство. Это ты себя гораздо лучше чувствуешь, это необходимо твоему телу. Но тяжело, нелегко, но мы стараемся, конечно, уделять время своим близким, вот, и это такая тоже тонкая тема в нашей жизни. Я хочу... Да, наверное, наша работа в кино, она не про личную жизнь, конечно, скорее всего, да. Но многие люди удается объединять это, совмещать, и это, конечно, очень индивидуально. Вот эта личная жизнь человека, который работает в кино, человек, который может быть каскадером, это очень индивидуально. У каждого свой опыт и становления семьи, и интегрирование этих процессов, да. личных и рабочих, да. Ну, ваші близькі, скажімо так, розуміють, що у вас супер, ну, скажімо так, не те, що складна, у вас особлива професія. Коротше, у вас своя професія, і вони з розумінням ставляться до цього. Або інколи буває так, що ми хочемо більше уваги твоєї, да, там, Паша або Рома, там, ходимо, погуляємо, ти кажеш, ні, сорі. От розуміння є у ваших близьких, що на сьогодні ви в цій темі? Да, і за це я благодарен своїм близьким людям, но... Очень часто возникают из-за этого конфликты. Как ни крути, но все-таки мы пытаемся это сглаживать, но часто приходится выбирать или провести время с близкими, или уделить время вот нужным как бы задачам. Да. Это темная сторона нашей профессии, да. У будь-якому разі, давайте далі по професіям. Є різні типи екшн-сцен, це і вогонь, це і тварини, це і бійки, це і зброя, падіння і так далі, і так далі, і так далі. А скажіть, чи для різних типів сцен, так, потрібні різні фахівці, чи одна людина може навчитися виконувати різні типи? Бо Паша мені казав, що там потрібно дещо інше, так, під кожну сцену. Підлаштовуватись, умовно. Якщо то тварина, вибухи, вогонь або що і так далі. Можуть бути нюанси. Як із цим, Паш? Ну, вот я говорил как-то, может быть, и повторюсь, что мы-то наследники советской школы, там, это кино. И в советском кино были каскадеры, которые объединяли в себе очень большое количество вот типа направлений нашей деятельности каскадерской. И чем, соответственно, тем, чем больше они навыков умели, тем чаще они были заняты. Это прямая как бы взаимосвязь. Вот. Но есть направления, которые, ну, тесно связаны именно с количеством проведения и над этими навыками времени. Это езда за автомобилями, езда на мотоциклах, это технические трюки, которые люди, ну, я могу научиться ездить на мотоцикле, но чтобы быть уверенным, что я подниму скорость, начну экстремальные проезды в каких-то плотных ситуациях, на дорогом автомобиле и оставить его целым, это удел как бы специалиста, который только этим и занимался всю жизнь. Только на этом себя и вот типа тренировал. Это автомобилисты, это мотоциклисты, Даже конники, конный спорт, это очень глубокий по, вот как бы, по знаниям деятельность. Ты должен знать очень много процессов, очень много знать нюансов, как живет лошадь, как можно ее перехитрить иногда, потому что так. Это сознание, так. Это живое сознание. Это целый, ну, целый пласт знаний, которому нужно уделять внимание. И слава богу, вот с развитием в Украине кинематографа, допустим, с плотностью занятости у каскадеров, некоторые специалисты уже могут себя вот типа позволить, они могут заниматься только боевыми направлениями, ага. Например, только знать, хорошо углубляться. В принципе, мне кажется, что это хорошо, когда человек может очень узко найти свое направление и в нем вариться, хорошо изучать, хорошо демонстрировать его. Боевые искусства могут очень широкий спектр. Это рукопашные бои, это даже боевые сцены, которые, допустим, как-то, как назвать, с элементами Гонконга, типа китайские боевые искусства, или ММА, смешанные единоборства, то есть, или там, допустим, фехтование. Фехтование — это еще отдельные направления. Вот не все люди, которые занимались там боевыми искусствами, дать им саблю или меч, и они будуть повторять правильно твої движення. Тобто, теж нужно уделять. Можуть бути мікси, але знову ж таки, кожному елементу з цього міксу треба приділяти багато часу. Плюс очень важный индивидуальный момент. Очень есть люди, которые вообще вот типа мне за всю свою жизнь не делали такого, типа не удалось им, не занимались, а приходят к нам, ну там актеры, которые там молодые актеры, они не занимались, а у них класс, и вот как-то их природа, их какое-то внутреннее наполнение позволяет им быстро внимать, принимать и повторять то, что это может быть. Такое бывает, да. Это мы считаем, это уже как бы нам помощь, волшебство и всякое такое, да. Ром, скажи, будь ласка, які ти виконуєш трюки, скажімо так, типи трюків, є якісь в тебе топ-3 там з вогнем, з шаблюками і з конями, я не знаю. Тобто ти маєш тут направлення, да? Да, в яких ти частіше задіюєшся? Ну, базове, это, думаю, это файтинг, это изначально, это, ну, драки мы делаем. Вот. Потом из опыта то, что было, это работа с огнем, горение и высотное падение. Вот, а в перспективе бы хотелось, конечно, осваивать мотоцикл, потому что очень хочется. Так. Да, вот. И, конечно, тоже еще конные трюки тоже очень импонируют, и хотелось бы это направление развить. Да, на все надо время. Вот. А ще хотів, хлопці, спитати щодо технічного оснащення і безпеки, да? Умовно кажучи, там якісь реквізити, якийсь спецодяг, костюми, бо от переглядав, знову ж таки, ваші відео з ваших трюків, там є і, скажімо так, для вільного падіння снаряга, да? Оця, наприклад, є і захисні, я так розумію, костюми. От як з цим на майданчику, наскільки, ну, це супер важливо, безпека, як з цим під час ваших екшн-сцен? Що використовуєте? Що максимально треба задіяти, щоб артисти, каскадери були у безпеці? Ну і виконали потрібний трюк, скажімо так. Ну, я? Да. В принципе, вот перечисленные направления имеют свой как бы набор став, это так типа обладнання, оборудование, которое необходимо для выполнения каких-то творческих задач. Например, если автомобильные трюки, то они для переворота машины нужен специалист, который грамотно сварит внутри каркас безопасности. Так. Вот. Это сходно со спортом, например, автомобильным. Каркас, необходимая одежда, защитная от возгорания, защитная от каких-то порезов, там, ударов. Также мы используем они защиту, которую используют. Вот джентльменский набор каскадера. Это защита. Защита локти, колени, спина, шорты специальные. Вот. У каждого еще может быть жилет. Жилет такой, это такой очень крепкий корсет. Так. Он повторяет как майку форму. Ага. Затягивается плотно. Он состоит из кевларовой специальной ткани. Так. Сверхпрочная. Так. Она прочнее, чем металл, допустим. И этот жилет позволяет массу вариантов, трюков решить. Это... утрированные реакции на взрывах, когда мы видим, как взрыв, и человек улетел куда-то. Или там полеты визуальные, как бы приутрированные полеты, фэнтези какие-то там, где все это работает на вот этом жилете. Это жилеты, которые мы используем, чаще всего это типа брендированные, самые зарекомендовавшие себя по безопасности оборудования. Это клаймбинг-сутра, который использует цирковые дюсселей. Ух ты, ну там наивище. Это проверенное, лучше работать с проверенным оборудованием, которое зарекомендовало у западных специалистов. У специалистов, которые прошли большой путь, мы перенимаем какие-то вещи и знания вот, и используем такое оборудование. У конников, опять же, у конных трюках, ну, там лошадь решает многое. Все решила лошадка, да. Да, там с лошадью, если договоришься, то ты будешь красавчиком. Вот, по другим трюкам, по высотным падениям, у нас есть, и это не только у нас, конечно же, но используется она для оптимизации и для безопасности, надувная подушка такая, большая громадная подушка, которая как дети вот это развлекаются, прыгают. Или она же, это такая спасательная подушка МЧС. Вот. Она быстро раскладывается, она занимает большую площадь, вы подключили, надули туда воздуха, и можно прыгать сколько угодно. То есть раньше использовались коробки и по сей день используются, сложенные коробки друг на друга большими объемами. Да, такое. Вот. Они и по сей день используются, но чаще в неудобных условиях. Допустим, где подушку неудобно положить, где там есть какие-то перепады, локация неровная, надо выровнять коробками. Или, ну, в неудобных положениях, или где место не позволяет. Опять же, для трюков с горением существуют специальные костюмы. Костюмы, которые одеваются под низ, под игровой костюм, который стилисты придумывают. То, який в кадре будет, да? Да. Ага. А под этот костюм еще одевается нижнее белье, которое тщательно промочено вязким гелем таким, который позволяет... Он не служит безопасностью, он помогает длительно прожить вот это, пробыть в огне. Так, то и с брехты там, да, без опики, да? То есть без ты опики. В безопасности находишься какое-то определенное время. А от этого геля зависит, сколько ты можешь продлить. Там, допустим, ты можешь 30 секунд, там, да. Есть способы, конечно, которые там рекорды ставят там, на длительности горения. Это, и там, допустим, 100% горение или 40% горение. Це в залежності від того, скільки частин тіла задіються. Да, да? Да, окей, да. Ну тобто я розумію, що безпека – це найважливіший момент під час постановки трюків, в принципі. Безопасность – это наша жизнь. Это то, сколько мы будем работать в нашей любимом деле, в нашей любимой активности, в нашей любимой деятельности задействованы. Вот так. Хорошо, йдемо далі. Ще трохи в нас є часу і трохи є питань. Цікаво те, що постановка трюків, постановка бойових сцен. Да? Паш, ти мені казав, що це ретельно, я це бачив, це ретельно відшліфовані трюки. Мені цікавий момент, от як все це готується, да, якщо можна коротко, і особливо цікаві масові баталії. Коли, як і хто кого б'є, мені цікаво. Ну там просто люди збігаються, я розумію, що це постановка, але це неймовірно вражає, бо ти не розумієш, що відбувається, а ви маєте розуміти, куди хто має бігти, коли і як бити, чи не так? Ром? Ну, я думаю, по поводу батальных сцен у Паши больше опыта, но... Может, Захар Беркут это самое... наблюдения все рассказать, да. Вот. А в целом про постановку трюков наше качество — это превью. Мы изначально берем сцену, ее в зале моделируем, адаптируем, снимаем сами, как это должно выглядеть, утверждаем и потом уже переходим к работе с актерами. Превью — это такой драфт, это черновик сцены, которая будет сниматься. Сделанная каскадерами, сделана в спортзале или в идеале, конечно, в условиях локации, которые мы будем сниматься. Но она сделана по-черновому, с движениями камерами и ракурсами, которые предложенными каскадерами для, вот, типа, для оптимизации работы на съемочной площадке. То есть мы приходим и с черновиком показываем, как это может быть, и повторяем это на съемочной площадке. Это называется превізуалізація. Ага, хорошо, да. Хорошо, окей. А ще трохи часу в нас є, хочу попитати, от які фільми ви для себе відзначаєте в якості класних з точки зору от каскадерських сцен, що можете згадати для себе? Ром. Фільми ви маєте в виду, в общем, на... Не отечественного. Абсолютно різні фільми. Ти кажеш, що мені цей фільм подобається, бо там класні сцени, це фільм такий-то, наприклад. Ну, допустим, один з моїх любимих фільмів – це «Цепной пёс» з Джетом Ли. Так. Вот. Ну, там вообще восхитительные просто постановки боев. Да, на самом деле сейчас вот в современное время очень много выходит фильмов с просто фильмов аттракционов, где работа каскадеров на высоте, особенно вот это, скажем, есть лидирующая команда и в мире, и в Штатах, Хайдс 7-11, это для нас является примером по качеству. Мы берем их любой фильм с их участием, и мы просто наслаждаемся этим зрелищем. Вот, поэтому именно конкретно по фильмам я сейчас говорить не буду, потому что их очень много. Окей. Паш, що в тебе? Який твій watch-ліст в плані каскадерських моментів? Ну да, то, что, о чем Рома говорил, это вот... Мы как люди из экшена, то есть и каскадеры, мы больше всего, конечно, наше внимание направлено на то, как делают там люди на Западе, то, как делают специалисты высокого уровня, решают какие-то творческие задачи, фантазируют, воображают, и как они вот в современном мире это все показывают. То, что Рома говорил, это Джон Уик, это «Атомная блондинка», это там супергеройские фильмы, Marvel, некоторые, конечно, это там просто там спорный, например, сюжет, и там можно обсуждать, что это там какая-то, но наше внимание увлечено, мы должны понимать, как делают высокого класса специалисты, решают задачи. У нас большая как бы симпатия вот к корейскому кинематографу. Так. Вот у них есть свой вкус, свое видение повествования историй и, соответственно, и экшн-сцен. И это большой пласт вот, объема работы, и хотелось бы вот типа такой пример всегда видеть перед собой и, может быть, его транспортировать в нашу страну, например, что можно делать вообще конкурентоспособные фильмы американцам, например. Класс. Це класно. Слухайте, хлопці, в мене залишається буквально кілька хвилин. На завершення хочу спитати від кожного з вас почути відповідь, які, скажімо так, три найважливіші риси для каскадера. Ром. Ну, основная эта черта, я думаю, это познание себя. Просто насколько ты прощупаешь свои грани, настолько ты сможешь себя развивать и расширять свой скилл, скажем. Ну, это дисциплина и это честность, открытость к своим ближним людям, к миру, который тебя окружает. Это просто быть, скажем, не знаю, так, воином света, грубо говоря. Вот. И следи за своей кармой, потому что наша профессия постоянно на грани, на лезвии, и поэтому здесь бывает карма играет очень важную роль, и она может выстрелить в самый такой неподходящий момент, поэтому... Паша? Ну, типа доверие такое, доверие внутри группы очень важно, членов команды друг к другу, потому что от каждого зависит успех этого трюка, этой сцены какой-то. Потому что если вдруг между какой-то возникает конфликт, это может повести цепочку каких-то странных ситуаций просто на площадке. Мои три качества — это... да, это дисциплина, это воображение. Так. И очень неуемное желание быть и ассоциировать себя с этим человеком, именно с каскадером, именно с этой деятельностью. Потому что желание ломает все вот типа твои преграды, все твои вот типа не хочу или лени, и вот это вот типа желание, оно преодолеет, и можно развить себя в невероятном масштабах, то есть типа, совершенству нет предела. Дякую. Хлопці, я дуже вам дякую. І на завершення, я зараз починаю речення, ви маєте його по-своєму як завгодно продовжити, окей? Ром, давай з тобою почнемо. Дивіться кіно. І розвивайте ваше воображення. Паш, дивіться кіно. І наслаждайтесь життям. Клас, дякую вам. Павло Авілов, засновник команди каскадерів STUNTALOT, каскадер-постановник екшн-сцен і трюків, і також Роман Коржук сьогодні був з нами, також член команди STUNTALOT, каскадер та постановник трюків і екшн-сцен. Хлопці, дякую вам дуже, дякую, що ви сьогодні нарешті завітали до нашого ефіру «Кіно Київ» в рамках радіостанції «Київ FM». Бажаю вам натхнення, більше потужних фільмів, класних сцен, будьте сильними, будьте здоровими. Ну, а ми вже з вами побачимось наступного тижня. Звати мене Микола Полосін, це проект «Кіно Київ», де ви набагато більше дізнаєтесь про кіно. Кіно Київ. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ. Уікенд. На Київ FM.